Поехали. Борьба с наркомафией, на мой взгляд, сама по себе бесперспективна. Потому что если вы людям ничего не даете взамен... Не, подожди. А кто тебе сказал, что мы будем бороться с наркомафией? На мой взгляд. Я тебе говорю, что у нас родители против наркотиков. Борьба с наркотиками, на мой взгляд, бесперспективна. Потому что если вы ничего не даете людям взамен, то успеха вы или не добьетесь совсем, или добьетесь очень много. Надо дать людям хорошую идею, которую бы они могли бы посвятить значительную часть своего времени, тем самым отвадиться от охоты. Ну, например, в городе Шахматы. Николаеве можно было бы сажать деревья. Ну, например, хотя бы одно в неделю. Его посадить очень легко, нет никаких проблем. Берешь семечко, у них 8 этих семечек падает, десятки тысяч, садишь горшок, через три недели у тебя росточек, ходи посади. Через некоторое время у тебя не будет времени ни на наркотики, ни на пьянку, ни на что. Ты будешь думать, а полил ли я там мой росточек? Это ж мой росточек. Я посадил. Да. Затоптали, нужно новый. Это на новый сажание. Ой-ой-ой, слушай, нас мало, надо друзей, это самое. Вот тебе идея. И после этого не нужно уже бороться, оно само отпадет. Классно, спасибо. Юра, представься, пожалуйста. Меня зовут Юрий Алексеевич, фамилия Малярчук. Малярчук. Я в городе Николаеве живу с 57-го года, с небольшим перерывом.